С 25 апреля по 2 мая 2018 года в столице Кыргызстана состоялся первый детский международный фестиваль на Листе, в котором участвовали представители 6 стран: Венгрии, Индии, Италии, Турции, Казахстана и России, входящие в состав международных организаций в сфере культуры и искусства. Очень важным фактором фестиваля является, насколько быстро подружатся наши дети, насколько быстро они познакомятся, потому что у них впереди совместные выступления и насколько хорошо они представят свое творчество горожанам. В первый день фестиваля и завершающий было принято решение организовать вечера дружбы, в которых приняли участие не только гости фестиваля, но и воспитанники творческих коллективов города. Лучшие клубы города «Ретро-метро» и «Промзона» организовали прекрасные закрытые вечера для детей. Начало было положено в «Ретро-метро». В оформлении зала был использован видеоматериал о странах и коллективах участников и, конечно же, о нашем городе и стране, что позволило ребятам сразу же окунуться в атмосферу международного события фольклорного фестиваля. Была тщательно подобрана танцевальная музыка, которая состояла не только из мировых хитов, а в большей степени из национальных композиций, которые привезли наши гости и подготовили хозяева вечеринки. У каждой делегации была задача в течение 15 минут представить свою страну в виде популярных народных танцев, игр, конкурсов и песен. Более 300 детей и взрослых с огромным интересом повторяли танцевальные движения, которые завершались единой композицией. I love Kyrgyzstan. It is really beautiful. The people. Мне очень нравится Кыргызстан, его люди. Как нас здесь встречают. Очень понравились национальные танцы Кыргызстана. Даже несмотря на то, что мы говорили на разных языках, мы легко находили общий язык с ребятами из других делегаций. Мне очень понравились танцы всех делегаций фестиваля. У вас прекрасная страна. Очень понравилась природа. Песни, зажигательная музыка, вкусная еда. Спасибо организаторам за проведение такого замечательного фестиваля. Гости фестиваля познакомились с ведущими вузами страны. Им показали структуру, уровень оснащения наших университетов, которые уже приближаются к мировым стандартам. Гостеприимно распахнули двери для ребят коллективы Кыргызско-Российского славянского университета имени Ельцина и Кыргызского государственного технического университета имени Розакова. С первых шагов было видно, с какой ответственностью и теплом отнеслись коллективы к встрече иностранных делегаций. У входа в учебные заведения студенты в кыргызских национальных костюмах с улыбками и приветствием на разных языках мира угощали своих юных гостей буурсоками и восточными сладостями. На первый международный детский фестиваль на Листе приглашены не только участники фестиваля, а настоящие друзья, которые на протяжении многих лет, проводя фестивали в своих странах, создают возможность показывать нашим артистам и юным талантам многообразный мир искусства Кыргызстана. Мне очень нравится этот фестиваль, особенно его организация и программа. Мы посетили много мест. Парки, школы, театр, музеи. Мы побывали в прекрасных горах, которые нам очень понравились. Бишкек – очень красивый город. Мы надеемся еще побывать здесь. Мне очень понравилась страна и ее душевные люди. Я надеюсь на дальнейшую дружбу наших народов. Our group was founded in 1970, so we are
Наша группа была основана около 50 лет назад, и мы представляем танец флагами. Наш танец представляет свою битву знаменами. Почему, спросите вы? Потому что во время всех баталий используют эти символы. Исходя из этого, мы и разработали хореографию наших номеров. Мы очень рады быть сейчас в Бишкеке и хотим сказать большое спасибо за приглашение на фестиваль. Нам очень понравилась страна, и мы увидели своими глазами, какие хорошие люди здесь живут. Отдельное спасибо организаторам этого фестиваля за возможность посетить эту страну и этот красивый город. Мы рады представить вашему городу свое творчество. Особое место в программе фестиваля было посещение лучших школ города. На вопрос, который часто задавали наши волонтеры делегации, что вам больше всего понравилось, гости единодушно отвечали: знакомство со школами, урок мира и с каким радушием встречали нас школьники. Настоящей находкой фестиваля было проведение совместного урока мира, когда хозяева и гости сидели за одной партой, рассказывали о своих странах, традициях, культуре, задавали друг другу вопросы, чтобы лучше понять и больше узнать о странах, из которых приехали юные артисты. И, конечно же, похвастаться своим любимым городом и школой. После урока, взяв друг друга за руки, дети показали родную школу, пригласив на праздничное чаепитие. А на большой перемене на школьном дворе ребята продемонстрировали свои красочные выступления. В завершение концерта артисты и зрители, став единый большой хоровод, разучили и станцевали зажигательный танец «Караджурго», который станет лейтмотивом фестиваля. Мы очень рады быть приглашенными на первый фестиваль и очень рады быть первой приглашенной венгерской группой. Во время проведения таких фестивалей дети знакомятся с культурой, традициями друг друга, что очень важно. Нам очень понравились люди Кыргызстана своим радушием и той гостеприимностью, которой они встречали нас на фестивале. Наши танцы привезены из города Шартос, который расположен у реки Неро и символизирует собой различные действия народов Венгрии, в том числе, как давится виноград. Выступают дети в костюмах ручной работы, изготовленные в Венгрии, и будут рады показать свое творчество всему кыргызскому народу. Мы приехали на такой фестиваль в первый раз. Нам очень понравилась организация. Мы считаем, что такие конкурсы, безусловно, нужны. Не конкурсы, а фестивали. Еще к тому же нам очень нравится, что фестиваль, первый детский фольклорный фестиваль, проходит в таком прекрасном месте, как Бишкек. Здесь прекрасная, чудесная просто погода, очень жарко. А тем более мы приехали из такой холодной Сибири, Новосибирска. Вот. Здесь прекрасный чистый воздух, прекрасная буйно цветущая зелень. Прекрасные люди. Нам очень нравится народ, живущий здесь. Очень гостеприимный, солнечный, улыбаются постоянно. Очень радует нас это. Мы увезем отсюда самые яркие впечатления. Это останется в нашей памяти на всю жизнь и займет большую часть. Мы готовы остаться жить здесь. Мы, безусловно, вернемся сюда. Здесь очень-очень хорошо. Конечно, было бы очень приятно, если бы такие фестивали проходили как можно чаще. У участников фестиваля и у школьников появилось вдвое больше друзей. Торжественный концерт открытия первого международного детского фольклорного фестиваля на Эресте стал грандиозным и ярким событием в нашем городе. Концерт проходил в Большом зале Национальной филармонии имени Тактагула Сатылганова. Коллективы представили зрителю самые лучшие свои танцевальные номера. Атмосфера дружбы и мира наполняла сердца всех присутствующих. Дети и взрослые получили уникальную возможность окунуться в мир фестиваля, увидеть своими глазами многогранность и разнообразие культур. Со стороны Кыргызстана в фестивале принимали участие около 1500 детей. Это учащиеся детской школы искусств номер 4, вокально-хореографический ансамбль «Адис» и фольклорный ансамбль «Нур», народный образцовый хореографический ансамбль «Шатык»,
детский музыкальный театр «Табирик». Все участники церемонии открытия фестиваля слились в единый организм. Не имея дополнительного времени для репетиций, юные артисты не допустили ни единой фальшивой ноты. Театру танца «Снегири» в этом году исполняется 27 лет. И вот начиная с 91 года мы поддерживаем традицию русского танца у себя в городе. Сегодня мы несказанно рады, что мы прибыли на этот фестиваль, потому что нас очень сердечно встретили. Мы мечтали увидеть вашу страну, вашу природу. И хочу сказать, что нам можно как можно чаще собираться по любому поводу, и тем более по такому замечательному, приятному, как детское национальное творчество. Я думаю, что фестиваль должен развиваться, и мы будем его поддерживать и радоваться за его развитие и процветание. Наш коллектив называется «Sensitive». Наш коллектив состоит из детей с нарушениями слуха. Мы не слышим музыку, но чувствуем ритм. Хотим сказать, что о нашем фестивале. Нам очень нравится, все необычно, интересно. Мы очень рады, что познакомились с разными странами. Нас встречали такими прям распростертыми объятиями. Прям очень было приятно, как будто мы прям почувствовали себя звездами. And I would like to congratulate. Я сердечно поздравляю Бишкек с его 140-летием. Мы благодарны за предоставленную честь выступать на этом фестивале. 20 девочек, привезенные из Индии, покажут красочные номера и танцы. Мы считаем, что всем кыргызстанцам понравятся наши прекрасные танцы. Как вы знаете, Индия и Кыргызстан имеют давние добрые отношения. Команды из Кыргызстана участвуют в фестивалях в Индии каждый год. Мы всегда рады познакомиться с кыргызской культурой. А теперь нам посчастливилось познакомиться и с Бишкеком. Мы благодарим мэрию Бишкека, организацию СИОФ Кыргызстана, а также Управление культуры города Бишкека за прекрасную организацию такого фестиваля. В эти дни мы приехали, чтобы отпраздновать вместе с вами 140-летие любимого города. Честно сказать, мы очень любим Бишкек и относимся к нему как к своему дому. В первую очередь, хочется поблагодарить мэрию Бишкека за чудесную организацию данного фестиваля. Проведение детского фестиваля является нашей основной задачей, потому что то, что мы вкладываем в них, будет нашим будущим. Здорово, что на одной сцене соберутся дети из разных стран. Они увезут отсюда самые лучшие воспоминания. Мы приехали с нашей группой в этот красивый город Бишкек. Здесь очень добрые люди. Мы познакомились с хорошими ребятами. Нам очень понравился этот фестиваль. Всегда прекрасно участвовать в таких фестивалях. И он оставит большой свет в моей жизни. Мы любим Бишкек. Я надеюсь вернуться в Бишкек со своей группой. И приглашаем вас в гости к себе в Турцию.
Все выступили с удовольствием, и каждому участнику хотелось подарить свою любовь друзьям, и каждому хотелось подарить частичку своего сердца и заразить своим искусством зрителя. Поэтому концерт прошел на ура. В быстро развивающемся технологическом мире идея посадки деревьев, которая приветствуется и осуществляется на всех фестивалях мира. Совместно с представителями мэрии и городского Кинеша, Октябрьского акимиата и Управления культуры, наши гости тоже оставили свою память в виде посаженных деревьев на Аллее Дружбы в парке Ататюрк в честь 140-летия города Бишкек. Пусть это станет доброй традицией нашего фестиваля. Молодые преподаватели и учащиеся детской школы искусств номер 4 с огромным удовольствием работали в качестве волонтеров. Имея колоссальный опыт участия в международных фестивалях, наши гиды с особой теплотой относились к своим командам, старались создать самые лучшие условия для незабываемого времяпровождения в нашем городе. Яркий и разнообразный фестиваль Наристе надолго запомнится жителям нашего города. Если когда-то на территории Кыргызстана проходил Великий Шелковый путь, укрепляющий международные экономические отношения в регионе, то сегодня фестивали искусств, организованные в нашей стране, укрепляют культурные связи не только в регионе, а во всем мире. Культура – это путь в успешное будущее. Ну и, конечно, невероятно здорово и приятно, что этот фестиваль совпадает с празднованием 140-летия города Бишкек. Сердечно поздравляем вас, жители города, и желаем вам, конечно, мирного неба, достатка в доме и как можно больше творчества во всех делах. В рамках празднования города наши юные артисты выступали на различных площадках, но самое главное событие – это было театрализованное карнавальное шествие. На многих фестивалях других стран это неотъемлемая часть фестиваля и древняя добрая традиция. Вот и фестиваль Наристе познакомил бишкечан с этим замечательным действом. Театральное шествие завершилось выступлением на главной сцене страны на площади Алатау. Юбилей города – день нашей любимой столицы Бишкек. Погода прекрасная, шествие прошло очень весело, и все в этот день было по-особенному легко, празднично и незабываемо. Первый международный детский фольклорный фестиваль Наристе – подтверждение того, что наш город Бишкек превращается в город молодежи, искусства и культуры. А проведение мероприятия такого масштаба позволит Кыргызстану на примере столицы республики заявить о себе на мировой арене, как о стране с богатыми историческими и культурными традициями. Нам очень понравилась страна, город, населяющие его люди. Мы замечательно провели время на фестивале. Очень красивая природа. Особенно впечатлило посещение прекрасного парка Аларча. Еще больше впечатлений мы надеемся получить от визита на Иссык-Куль. Очень благодарны за посещение Кыргызстана. Большое всем спасибо.
В рамках фестиваля прошли не только праздничные мероприятия, посвященные городу Бишкек, но и знакомство с достижениями Кыргызской Республики в сфере образования, науки, искусства и народного прикладного мастерства. Кыргызская Республика является активным и постоянным участником многочисленных международных культурных и фольклорных фестивалей, проводимых в различных странах мира – Мексике, Марокко, Турции, России, Германии, Италии и других странах. Незабываемым событием в программе фестиваля было посещение национального парка Аларча. Гости любовались величием кыргызских гор и рек, неизменными красотами природы. Волонтеры организовали для делегаций интересные развлечения. Они обучали их национальным кыргызским играм, каждая из которых просто не могла их оставить равнодушными. Это актерек, пёктерек и кыскумай. Но особенно заинтересовал гостей азартные альчики. Состоялся настоящий турнир между участниками. В завершении игр был приготовлен в большом казане на костре отменный плов. Восторгу не было границ. Мне понравился фестиваль «Страна». На фестивале я нашла много друзей среди девочек и мальчиков. Узнала много хороших людей. Окружение было просто незабываемым. Кыргызстан я полюбила за его красоту и доброту. На фестивале были представлены танцы многих народов. Надеемся на ответный визит кыргызских ребят к нам в Индию. В будущем хотелось, чтобы такие события становились все чаще. Дни, проведенные здесь, были просто незабываемыми. В ходе проведения фестиваля состоялась презентация Евразийского центра дельфийских игр в Кыргызстане с участием представителей Международного дельфийского комитета, а также Дельфийского комитета Кыргызстана. Евразийский центр дельфийских игр – это уникальный проект, который открывает широкие горизонты обмена культурным, творческим, просветительским, международным опытом в сфере искусства, образования, воспитания и науки. Особенно примечательно то, что на евразийском пространстве именно Кыргызстан является первооткрывателем Евразийского центра дельфийских игр. В рамках этого проекта были проведены мастер-классы мастерами хореографического искусства России и Казахстана. Мы приехали к вам из Новосибирска. Этот фестиваль очень важен в том смысле, что он объединяет народы и разные национальности. Это не только обмен опытом, а как-то погружение в другую культуру. Это объединение всего мира. Кыргызстан очень зеленая и красивая страна. Когда мы приехали, мы были в полном восторге. Не только от гор, на которые мы ходили вчера, и нам очень понравилось. А город очень зеленый. То есть у нас в Сибири это редкость. Свежий воздух, дышится великолепно просто, очень красиво. Также здесь тепло, у нас еще мороз, снег идет. Мне нравится народ, он очень гостеприимный, поговорит, расскажет о своей стране. Здесь много патриотов и очень хороших людей. Церемония закрытия и награждения прошла в концертном зале детской школы искусств номер 4. Наступил грустный и торжественный момент, завершающий концерт и вручение дипломов, памятных подарков и сертификатов фестиваля. Ребят пришли поздравить начальник управления культуры мэрии города Бишкек Беликбаев Урматбек Турусбекович, председатель Дельфийского комитета Кыргызстана Ибраев Анарбек Адылович и другие почетные гости.
Награждение прошло в очень теплой и дружеской атмосфере. Множество веселых, чудесных моментов пережили участники за время фестиваля, ведь программа была очень насыщенной. Организаторы хотели показать культуру Кыргызстана с различных аспектов, и это им удалось в полной мере. В копилку памяти ребята отправят самые запоминающиеся моменты. Экскурсия на Иссык-Куль не входила в официальную программу фестиваля, но несколько делегаций очень захотели посмотреть жемчужины Кыргызстана и Иссык-Куль. Санаторий «Кыргызское взморье» гостеприимно встретил наших гостей, разместив их в корпусе «Алтын». Солнечная погода, ласковое озеро, незабываемая прогулка на теплоходе произвело неизгладимое впечатление на наших гостей. Было много сюрпризов на фестивале, но Иссык-Куль – это самый главный и неожиданный сюрприз. И мы благодарны, что нам удалось увидеть эту потрясающую красоту. Это были слова благодарности детских делегаций Венгрии и Индии. Подводя итоги, хотелось бы особенно подчеркнуть значимость таких мероприятий, как проведенный первый международный детский фольклорный фестиваль «Наристе» не только для страны, но и воспитание в детях таких важных качеств, как дружба, отзывчивость по отношению друг к другу, способность находить общий язык, даже несмотря на то, что все говорят на разных языках, понимание того, что земля – наш общий дом, и мы все должны делать его лучше, красивее. А искусство, которое наполняло все дни фестиваля – самое подходящее для этого средство.